А теперь моя теневая клумба в середине лета. Вот такая стала большая хоста, которую мне сосед подарил этой весной. Астильбы завязывают цветочки. Белая астильба, которую я в магазине «Деленка» приобрела этой весной. Японская анемона, у которой даже первый бутончик. Вот он будет. Аквилегия отцвела. Вот она завязывает семена. Еще одна маленькая миниатюрная хосточка. Цветочки у нее будут. Еще другая хоста от другого соседа в подарок. Этой весной мне досталось. Тоже она бутончики наращивает. Три разных вида астильбы. Вот это будет розовая. Вот она начинает распускаться. Такая вот темно-бордовая. А вот это будет светло-розовенькая. А вот такая красная, красивая, ярко-розовая астильба. Это астильба Таке, моей бабушки покойной, память. Очень я ее люблю. У нее такие плотные кисти, красивые. Аризема. Два вида децентры для разбитое сердце. Вот такая вот с желтыми листьями, Gold Heart называется. И вот это вот с темными зелеными листьями, Валентина сорт. Вот у нее даже тут завязались семена. Вот, и у желтенькой тоже. Может, чего-нибудь насеет она даже. Еще одна хоста. Астильба поздняя. Она будет тоже нежно-розового цвета. Хорошая такая. Бузульник, который в этом году не цвел. Мне его только подарили весной. Он карликовый. Вот семена завязала дикая орхидея лесная. Любка двулистная. Это вот она. А вот это вот дактилориза тоже в семенах уже. И вот еще одна. Надеюсь, насеет что-то. Вот там гейхера бордовая. Красивый бузульник. Сейчас утро, и моя теневая грядка в солнышке. И они сразу повесили свои уши. Вот такие вот. Только солнышко уйдет, они опять станут торчком. Такие красивые соцветия у этого бузульника. Так, вот это вот у меня троллиус. Еще одна астильба. И еще один бузульник. Они отличаются. Вот тут соцветия более такие разряженные, ну, не такие плотные. А вот здесь побольше, покрупнее цветочки. И даже сами вот эти вот шишечки цветов, они крупные, как орешки. Листья вот такие вот. Так, там у меня еще гейхеры, я уже их обрезала, отцвели. Другой бузульник с резными листочками. Бузульник Пржевальского. У него самые мелкие кисти, такие простенькие в сравнении вот с этими двумя. Так, вот это вот гейхеру мне подарили в этой весной. Мне такого сорта не было, она такая немножко паникающая, ярко-розовая. И листья у нее очень глянцевые, прям видно даже. А вот это растение оказалось... Я все гадала, что же это такое за листья. Мне тоже это весной подарили. Это астранция. Она цветет вот так вот. Розовыми такими, не знаю, как сказать, ромашечками, что ли, даже, да? Очень красивая астранция. Еще один троллиус. Гейхерелла, которая в этом году не цвела. Вообще она обычно белыми пушистенькими метелочками. Еще одна хоста. Купена. И под ней еще одна астильба, такая красивая. Вот, и первый год у меня была, как это называется-то, в пятнышках, медуница. Вот, она очень красивыми пятнами покрылась, мне так это понравилось. Но вдруг, буквально за неделю, мучнистая роса. Я ее буду отсюда убирать, либо лечить. Вот так. Вот та же самая теневая клумба, только сверху. Сейчас я быстренько пройду.
Это у меня прямо под стеной гаража находится.